Жизнь вокруг гораздо интереснее, чем нам кажется, стоит только присмотреться. Тайны и легенды окутывают старинные здания и церкви, и практически каждый уголок нашего города может рассказать свою занимательную историю. На ваших экранах программа «О чем молчит время». Здравствуйте! В нашем прошлом выпуске мы рассказывали о временах расцвета Рязанского княжества и об одной из самых ярких личностей истории – князе Олеге Рязанском. Сегодня же мы поговорим о самых интересных, а порой даже загадочных фактах, связанных с Переяславом Рязанским. Сегодняшняя территория Рязанского Кремля – самая древняя часть нашего города. Гуляя по этой земле, мы не задумываемся, насколько древняя. Поселение на Кремлевском холме существовало еще в эпоху бронзы и раннего железного века. Об этом говорят археологические раскопки, а они уже достаточно давно ведутся на территории Переяславля Рязанского. Правда, как отмечает Василий Судаков, загадок еще предостаточно. О них мы сегодня и поговорим. Начнем с даты основания города. Считается, что Переяславль Рязанский был основан в 1095 году. Во всяком случае, такую дату нам называют следованный псалтырь XVI века. Первое же летописное упоминание города относится к веку XIV. Выяснить, когда же в действительности был основан Переяславль Рязанский, в значительной мере помогают археологические раскопки. По крайней мере, вот в свете того, что мы сейчас знаем, мы можем говорить о том, что, по крайней мере, славяне здесь уже в первой половине XII века были, потому что кладбище, которое мы раскопали, оно датируется этим временем. Само кладбище находилось, конечно, за пределами поселения, то есть вполне возможно, что вот эта дата, 1095 год, она вполне разумна. Хотя вот сейчас в нашем раскопе, в котором ведутся работы, мы вышли где-то на слой начала XIII века и надеемся, что будут слои более ранние. Поставить окончательную точку в вопросе о дате основания города помогли бы более ранние, чем исследованные псалтырь, письменные источники. Найти такой текст, повествующий о заложении города Переяславля-Рязанского, мечта историков. Кстати, говорят, что в XIX веке эта мечта стала реальностью, по крайней мере, для одного из видных рязанских исследователей. Степан Дмитриевич Яхонтов, историк, краевед и архивист, председатель Рязанской губернской ученой-архивной комиссии. После учебы в Екатеринославской, а затем Рязанской гимназиях, Степан Яхонтов сочетал обширную научную деятельность с преподаванием истории и ряда смежных дисциплин. Кроме семинарии, он читал лекции и курсы практически во всех учебных заведениях дореволюционной Рязани. В послереволюционный период он заведовал Рязанским архивом и одновременно был директором Рязанского краеведческого музея. Фактически, именно Яхонтов был создателем и архива, и музея. Ведь как раз в это время был собран максимум архивных дел и музейных экспонатов, написано множество статей по краеведению. Говорят, что именно Яхонтов держал в руках документ, повествующий о заложении Переяславля Рязанского. Во всяком случае, именно на него он ссылается в одной из своих статей. Он говорит, что где-то в 1790-х годах по указу Синода проводился сбор документов на местах. Это не только было у нас, это и в других городах Российской империи. И вот среди документов Казанского монастыря под номером 1 была повесть о том, где, в каком году был заложен град Переяслав-Рязанска, при какой церкви и урочище. И вот этот документ вроде бы ушел в Санкт-Петербург, ну, по идее, должен находиться сейчас в архиве древних актов. Но, к великому сожалению ученых, пока этот документ не найден. Однако все-таки существует вероятность того, что однажды мы узнаем чуть больше о возникновении Переяславля Рязанского. Загадка вторая. Название города. Интересен и тот факт, что Переяславле существовало достаточно много. В X веке был основан Переяславль Русский, чуть позже Переяславль Залесский, ну а еще спустя некоторое время появляется Переяславль Рязанский. Не зря, что так последовательно название города придет с запада на восток. И это еще не все, потому что в славянском мире было еще больше Переяславлей. Это и Преслав, столица Древней Болгарии, и Переяславец на Дунае. Видимо, есть какой-то смысл вот в этом самом и названии города Переяславль, и, наверное, есть что-то общее, и в функциях этих городов.
Это все требует изучения большого круга не только русских, но и славянских, и античных письменных источников и сопоставления того, что нам известно обо всех этих Переславлях. Так что вот это движение либо людей, которые заселяют территорию, либо, наверное, скорее всего, на мой взгляд, движение государственности вот от центра древнерусского вот сюда, на когда-то восточные окраины, где вот и появился, мы говорим, что в XI веке, может быть, будет уточнена когда-нибудь эта дата, город Переяславль при слиянии рек Трубежа и Лыбеди. Если обратиться к этимологии слова, то можно сказать, что дословно Переяславль означает «перенявший славу». Каким образом это название путешествовало по географической карте, ученым, возможно, еще предстоит узнать. Как нам рассказал Владимир Судаков, не всегда археологические находки дают ответы на вопросы исследователей. Иногда именно из-за них вопросов становится гораздо больше. Так, например, во время раскопок рядом с валом был найден кусок плинфы. Плинфа, характерный для древнерусского домонгольского зодчества, тонкий обожженный кирпич, ширина которого примерно равнялась длине, применялась в строительстве Византии и Древней Руси. Плинфа имела самую различную форму и довольно внушительные размеры. Такие кирпичи легко формировались, сушились и обжигались. Строили из них с использованием толстого слоя раствора, зачастую равного по толщине самой плинфе, из-за чего стена храма становилась полосатой. Иногда через несколько рядов плинф укладывали ряд природного камня. Считается, что использование плинфы помогало повысить сейсмоустойчивость зданий. Возможно, вот тоже в домонгольское время здесь, в Переславле, была или, по крайней мере, часовня, или каменная церковь. Вот тоже, конечно, хотелось бы очень найти, где она располагалась. Предположительно, это вот часть юго-восточная, ближе к валу, там, где было не кладбище, где именно мы нашли эти плинфы. Кстати, сам вал, как выяснили ученые, появился не ранее 14 века. Подобные оборонительные сооружения были распространены у множества народов. Геродот писал, что для защиты от скифов местное население вырыло широкий ров и построило огромный вал, который тянулся от Таврийских гор до самой широкой части Меотийского моря. Этот вал получил название Кимерийского. Примеров таких сооружений немало. Так по берегам притоков Днепра южнее Киева раскинулись так называемые «змеевы валы». Название этих древних оборонительных конструкций происходит от народных легенд о древнерусских богатырях, усмиривших и запрягших змеи в гигантский плуг, которым они пропахали ров борозду, обозначившую пределы страны. Змей, конечно, в данном случае является образом грозных кочевников, зла и насилия. Про наш вал таких легенд не сложено, но сегодня он является одним из древнейших и красивейших памятников Рязани. А когда-то, когда на нем еще возвышались башни, именно с него защищали город наши предки. Одним из самых известных стало сражение с крымскими татарами уже в XVI веке. Здесь, значит, в Переяславле оказался немец Иордан, пришедший сюда с Москвы, и он организовал, ну, скажем, такую артиллерийскую, значит, оборону города, палили из пушек, и татары, просто испугавшись, отошли, то есть они даже не стали штурмовать город, а более того, значит, им удалось, ну, это известный исторический эпизод, еще у Карамзина описанный, им удалось хитростью выманить у татар грамоту, которую они до пришествия в Рязань успели заполучить в Москве, где Москва обязывалась платить им дань и так далее. Так вот, значит, изъяв хитростью эту грамоту у татар, рязанцы тем самым спасли честь Москвы. Спустя несколько столетий, в середине 19 века, на колокольне на средства купца Курганского была установлена доска, на которой описывается это памятное событие. Кстати, она и поныне висит на колокольне. Правда, мало кто из рязанцев об этом знает. Чаще всего мы просто не замечаем тех маленьких даров, которые оставила нам история. Конечно, не обошлось на территории Рязанского Кремля и без легенд. Большинство этих небылиц связано с подземными ходами. Хотя, почему небылиц? Документально подтверждено, что они здесь были. Один
тайный подземный ход, он известен по документам. Это ход, который вел от башни, которая, соответственно, и называлась Тайницкая. Она стояла на берегу Трубежа, и этот ход вел из башни вниз к Трубежу. То есть по нему можно было спускаться за водой во время осады крепости. Поговаривали, что существует еще один подземный ход. Якобы проходит он под Окой и заканчивается на территории Солочинского монастыря. Ну, это вот, конечно, чистой воды легенда. Вот, хотя, вы знаете, может быть и не к Солочи, наверняка не к Солочи, но какой-то подземный ход здесь был. Причем это был не тот ход, о котором свидетельствуют нам документы, то есть ход из Тайницкой башни. Остатки этого подземного хода обнаруживали еще 100 лет назад, в начале 20 века, здесь, на территории Кремля, и хотели, тогда уже существовала ученая-архивная комиссия, хотели проводить раскопки с тем, чтобы понять, что это такое есть на самом деле. Но поскольку обнаружен этот ход был на территории архиерейского двора, нужно было все это согласовать с архиереем. Архиерей раскопки не согласовал. Интерес для исследователей представляют не только раскопки на территории самого Переяславля-Рязанского, но и изучение других городищ. Так, например, считается, что крупное городище существовало на территории современных Борок, а также в районе церкви Бориса и Глеба. Если верить письменным источникам, на этой территории оборонительные валы и рвы сохранялись вплоть до 18 века. А в середине века 19-го школьниками случайно было найдено несколько фрагментов серебряных гривен весом около 200 грамм. Когда туда пришли полицейские, всего было найдено около 200 гривен, это почти 40 килограмм серебра. Сами представляете, на Руси, на которой не было своего серебра и золота, драгоценных металлов, это огромная масса спрятанного серебра. И, конечно, это было не случайно, что именно в том месте. Еще один интересный факт, вызывающий вопросы у самых любопытных. Сегодня на территории современного Кремля есть здание, которое мы все знаем как Дворец Олега. Но князь Олег никак не мог там жить. Почему же оно носит такое название? То здание, которое сегодня мы называем Дворцом Олега, на самом деле являлось жилыми палатами рязанского епископа. Привычное для нас сегодня название они получили в середине 18 века. Считается, что одной из причин возникновения этого названия стало то, что построено здание было на месте княжеских палат, которые во времена Олега, безусловно, были деревянными. Я думаю, что на рубеже 15-16 веков, после большого пожара в конце 15 века, могли таки построить каменные палаты, потому что археологи и архитекторы нашли фрагменты каких-то фундаментов, которые стояли на этом самом месте. Это, так сказать, первая причина. Второй причиной послужило то, что западный фасад очень напоминает дворцовый терем, поэтому в литературе второй половины 18 века начинает появляться описание этого здания как княжеского терема. Не знаю, задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему же сегодня мы живем все-таки в Рязани, а не в Переяславле-Рязанском. Дело в том, что наш город был переименован с легкой руки Екатерины II. Устраняя последствия крестьянской войны, Екатерина Великая решила создать систему государственной власти, абсолютно понятную всем. И именно тогда Российская империя была разделена на губернии. Ну и оказалось, что те земли, которые назывались всегда рязанскими землями, вот это будет Рязанская губерния, а главный город там Переяславль-Рязанский. Это, конечно, абсолютно нелогично, это людей только путает. Вспомним, у нас есть примеры, когда по-разному называется область и областной центр, район и районный центр. Ну вот, здесь все было решено привести в порядок, и в 1778 году Переяславль-Рязанский стал Рязанью. Так и получилось, что сегодня мы живем в Рязани, унаследовавшей богатую героическую историю Переяславля-Рязанского. Самое главное – помнить об этой истории и не забывать о подвигах наших предков. Еще множество тайн хранит рязанская земля. Какие-то из них наверняка будут учеными разгаданы, другие же никогда уже не будут раскрыты. Может быть, оно и к лучшему, ведь нас всегда влечет неизведанное. С вами была программа «О чем молчит время». До встречи!